Хорошо. Вы помните, как вы познакомились с Бирюковым? Да, у него был проект довольно хорошей механикой. Я в Фейсбуке с ним познакомился. Он покупал бронежилеты. Идея была такая: все помните себе бронежилет, на всякий случай тоже хотели иметь, ну, потому что как бы готовились к какой-то большой войне. И идея была в том, что ты покупаешь себе бронежилет, но покупаешь по двойной цене. Покупая себе, ты обеспечиваешь еще одним бронежилетом солдата. Вот такая, ну, мне очень механика была правильная, потому что человек ближе, все-таки своя рубашка ближе к телу, он покупал это как бы для себя, но при этом делал благотворительный жест, да. И вот это и сделало знаменитым вот «Крылья Феникса», потому что сама программа, она там разошлась. Ну, представьте, сколько бронежилетов нужно было в стране, да, то есть очень все мужики, по сути, купили себе по комплекту, да, там бронежилеты, с касками была проблема, их было очень трудно купить. Вот, я тогда с ним познакомился, и вживую я с ним первый раз познакомился на встрече, уже была встреча волонтеров с президентом. Много волонтеров, 300 или 400 человек в администрации президента, где президент рассказывал, что волонтеры наши опора, Ну, давайте понятно, да. помогайте там и так далее. И вот он там встал, я не знаю, по каким причинам, потому что он, скорее всего, был самым раскрученным. Ну, с точки зрения медийности, он был самым раскрученным. Его позвал тогда Порошенко советником президента ставить по волонтерским вопросам. Вот тогда я с ним познакомился, потому что я к этому времени, вот то, что я рассказывал про 565, с Гелитеем был. Гелитея увольняют, назначают Полторака, и Бирюков уже с этой стороны курирует, со стороны АП. Как сейчас Бирюкова относится, вы знаете. Ну, Бирюков один из тех людей, которые обвиняют больше всего в том, что он, использовав отношение людей к волонтерам, создал для себя бизнес, занимался коррупцией в армии и был один из центровых коррупционных фигур. Как вы полагаете, это было так? Вы же были Смотрите, близки к я нему. лично обвиняю Бирюкова в том, что он намешал волонтерство с государственной позицией. Ну, по сути. Это, ну, неправильно. Надо было сказать: я заканчиваю быть волонтером, я советник президента по пиар-вопросам. Ну, по сути, связанным с армией. Пиар армии – это на мне. Вот из-за того, что он этого не сделал, это много очень породило скандалов, склок внутри волонтерского сообщества, само по себе, и, соответственно, и снаружи. Вот я считаю, что это Был ли было сегмент волонтеров, ностальгическое. которые занимались бизнесом и которые фактически Конечно, смотрите, занимались мы коррупцией? пытались, ну, не коррупция, а правильно сказать, Ну, использовали эту нечистоплотностью. ситуацию. Были люди, которые нечистоплотны, мы их постоянно ловили, пробовали сдавать. То есть мы хотели стараться, смотрите, в чем была сенситивность этого вопроса. Мы хотели внутренне этих людей сами, ну, так сказать, товарищеским судом придавить, потому что иначе они, знаете, дискредитировали сам символ волонтерства. Потому что были люди, вот, например, мы получали три года подряд награду «Самый прозрачный фонд в стране», благотворительный, не только по армии, а вообще. Ну, потому что изначально была правильно созданная архитектура. А там 50% волонтеров говорят: я на доверии, я никогда отчеты перестали делать. Их было трудно делать, долго, много чего покупали. Да, они говорят: мы не будем делать На отчет. доверии бывают только воровки. Ну, понимаете, то есть, а Да. это я говорю: слушайте, вы что вообще, ну, вы берете чужие деньги. Я всегда был против этого, я всегда скандалил по этому поводу. Вы берете чужие деньги на свою личную карточку, потом это закрытый ящик, black box, и что произойдет, верьте мне, я красивый. Что мне написал один человек, он журналист, кстати говоря. Написал мне буквально следующее. В 2014 году Юрием Бирюковым была создана закрытая группа в Фейсбуке «Жизнь животных», в которую входил Кирилл Гайдученко, Алена Монова, Богдан Карпенко, Давид Рахамия, Данильченко, Трегубов, Трегубов недолго, он уточнил, Шуклинов и еще несколько сегодняшних парахобудских ломов. Ну и я тоже. Первоначальная цель – противодействие Ольгина, но потом Бирюков начал использовать всех для сведения счетов и пропаганды Порошенко. Ну, Было нет, смотри, я такое. был в этой группе, действительно, может быть, даже не удалялся. Ну, то есть я очень быстро от этой темы отошел, когда увидел, я еще раз вам говорю, когда вначале все были идеологически склеены темой помощи армии и реформированию армии, а со временем это стало иметь политический окрас. Как только это стало иметь политический окрас, я говорю: я же не шел в политику, я не политик. Это сейчас я, ну, получилось так, что политик, да? Я говорю: давайте так, не будем мешать политику. То есть, если это политика, занимайтесь политикой. Во-первых, вы назовись политиком для начала. Я политик, я занимаюсь политикой. Если ты волонтер, будь волонтером. Поэтому у нас был конфликт, вам наверняка могут рассказать. Вот Рада волонтеров при Министерстве обороны, которую я возглавлял, и группа Бирюкова, так называемая, она была в постоянном конфликте.
Ну, со временем я понял, что просто нам нет смысла в этом конфликте находиться. Я пришел, лично пожал руку министру обороны, говорю: Тимофеевич, и армия уже как-то встала на ноги. Ну, хоть раз у вас было такое, что вы отреагировали на там просьбу, я не знаю, кого-то прищучить, прижать. Нет, там не так было, кстати, на самом деле. Там, смотрите, как было. То есть тогда было это, когда было пророссийской пропаганды очень много, и эта группа была, у нас у всех там были хорошо раскачанные Facebook-аккаунты, и когда нужно было какой-то вот опровергать какой-то месседж, да, там, то мы это делали, да. Соответственно, ну, внутри мы координировались каким-то образом, чтобы понимать, да. Но когда это там начала появляться политика, я говорю, ну, просто игнорируешь эти месседжи там, и все. Ну, то есть, как бы, и остались, на самом деле, там остались 3-4 человека, которые условно согласились быть в политике. Еще он утверждает следующее. В Фейсбуке также им была, на берегу, то бишь, создана группа «Тролль-бас-шаттер», насколько я понимаю, хорошо, целью которой было выявлять посты и комментарии против Порошенко и заваливать жалобами администрацию Фейсбука и травли оппонентов. Вот эту я не знаю историю. Я тут точно не был, ну, в такой истории. Ну, и, во-первых, это больше ценю время, у меня время стоит дорого, и как бы эта работа должна оцениваться, там, я не знаю, там, 500 гривен, знаете, там, то есть мне вообще не интересно было. У меня не было, первое, ни материальных никаких интересов с Бирюковым, никогда не было никаких материальных взаимоотношений, да. Вот, второе, по политике я никогда не занимался политикой. Ну, потому что было это противоречило смыслу. Смотрите, у меня стоял бизнес, который в это время проседал, я терял деньги. Как только я понимал, что все, армия, с армией история закончена. Слушайте, я иду и зарабатываю Пытаюсь все-таки для себя понять. С одной стороны, у вас стоит миллионный бизнес. Да. Миллионы без перевершения. Уже проданы. Я с другой стороны, вы почему-то в Фейсбуке, в какой-то группе каких-то, ну, вы мне извините, но все перечисленные, кроме вас, по-моему, люди не сильно большого ума, понимаете? Нет, там разные люди, И пишут, что попал. Ну, я вот перечислила фамилии, да. Я, ну, как вспоминаю это, ну, эти посты, но это просто, ну, по-моему, это позор и стыд. Нормальный человек такое писать не может. И вы тратите очень много времени на то, чтобы писать посты свои там. Вообще, уж посмотрите мои посты, у меня же лента открыта, я ни одного поста никогда не удалил в своей жизни. То есть, Вы же говорите, что у вас был раскачанный аккаунт. Его же надо было раскачать, надо было время для этого. У меня же про армию аккаунт. У меня аккаунт про помощь армии, про реформы армии. Я сделал тот проект, который называется «Волонтерский десант», когда мы взяли волонтеров, проверили их на полиграфе. Какой у вас там был интерес? Ну вот кроме патриотического. Чисто патриотический? Все, больше ничего. Нет, еще у меня был интерес, это другой масштаб системы. Вот у меня была компания большая, там, с офисами там, в 12 странах. Это как бы казалось мне большим бизнесом. Когда ты попадаешь в государство, это вообще другой масштаб. Мне интересно с точки зрения менеджера управлять какой-то системой и улучшать какую-то систему. Да? То есть я считаю, у нас довольно высокие результаты этого проекта. Хотя я его лично оценил на 3 с плюсом. Ну, это моя, я довольно самокритичен. Проекта «Волонтерский десант». Но, в общем-то, это довольно большие результаты были достигнуты с тем бюджетом, который у нас был.